Сегодня на площадке была одна команда. Это хозяева. Что произошло с нами, с нашими ребятами? Ну, что страшного, будем разбираться по приезду. Ну так невозможно играть. Все оно касается это нападающих. Шайбы не держим, не контролируем, какие-то отбросы. Ну и когда ты почти период играешь в меньшинстве, невозможно выигрывать игры. Здесь сегодня была, как говорится, генеральная репетиция, борьба характеров, но мы сегодня по всем статьям уступили. Ну, тяжело складывалась игра, в общем-то, не хватало немножко эмоций. Такие выхолощенные были. Попытались сегодня путем замен игроков свежих вести. Ну, в общем-то, и сработало. И Чуфаров забил, и Семенов Анасики забил. Да, сказывалось, что ребята давно не играли, был потерян игровой тонус. Ну, в общем-то, как говорится, и дали отдохнуть, и дали поиграть ребятам. Хороший матч с хорошим соперником, хорошая команда по именам, по мастерству, по всему. Ну, я, как и в прошлый раз скажу, раз мы выиграли, значит, были чуть-чуть немножко в чем-то сильнее. Обращает только, что вот, ну, довольно-таки серьезно что-то. Ну, очень не очень так Савукумов. Но результаты будут позже.